Всем привет, дорогие подписчики и просто люди, за которые зашли на этот канал. Если вы это видео увидели где-то в рекомендациях или нашли его на ютубе, то перемотайте вот по этому тайм-коду, потому что следующая информация будет чисто для подписчиков. Меня не было на ютубе больше месяца, опять, но я пообещаю вам, что буду снимать как-то больше контента. То есть, если все-таки я увижу под роликами активность, которая была под прошлыми видео, то у меня появится желание делать что-то новое, что-то интересное, чтобы вы смотрели и вам это нравилось. Смотрите, кстати, что я научился делать за время отсутствия. Все это сделано с полного нуля и в 3D. Это совершенно не связано с роликом, просто решил поделиться какими-то новыми достижениями, которые я совершил за этот месяц, пока меня не было на ютубе. Ну а теперь мы перейдем к теме ролика. Кто все-таки самый худший ютубер по чикенгану? Признаться честно, нету прям самого худшего. Все по-своему лучше, кто-то хуже, но все в принципе на одном уровне. В этом видео будет незаслуженно популярный, потому что когда я нарвался на этот канал, у меня было недоумевание, откуда у него столько просмотров, откуда у него столько подписчиков, откуда у него вообще взялась аудитория. И сегодня вы узнаете, про кого я говорю. Этот канал был зарегистрирован 19 марта 2020 года. Всего на данном канале 8 миллионов просмотров, то есть это суммарное количество просмотров всего. И также здесь в описании написано просто одно предложение. Тут снимаю игры, но в основном чикенган. Все. Переходя в каналы, мы ничего не замечаем, то есть у него вообще ничего нету. Сообщество он ведет очень редко, 5 месяцев, 6 месяцев, 8 месяцев, год. То есть буквально там по одной записи в месяц, в 2 месяца. Есть какие-то там плейлисты, которые ничего не говорят, потому что в них максимум видео 10. Теперь, переходя к видео, мы замечаем, что совершенное отсутствие каких-то визуальных эффектов на превьюшек. То есть вот просто какие-то такие странные превьюшки, скорее всего, эти даже скачанные откуда-то. В некоторых вообще их нет, даже не в некоторых, а превьюшки начали появляться только на последних видео, хотя их даже превьюшками не назвать. По видео вы уже могли понять, что канал называется «Четкая Кура». И вы, наверное, спросите, с чего тебе не нравится? Он просто снимает чикенган. Мне не нравится то, что он, совершенно не стараясь над своим контентом, набрал такую огромную аудиторию, аж 45 тысяч подписчиков. Сейчас он не снимает видео, ну или снимает их очень редко, но подписчики и просмотры у него все еще добавляются. Мне очень неприятно знать, что на ютубе существуют такие каналы, которые, совершенно ничего не делая для своей популярности, могут просто взлететь и набрать такую огромную аудиторию. Ну, не знаю, для кого-то это может быть маленькая аудитория, но чисто для меня это просто огроменная. Я вас не призываю писать какие-то гневные комментарии в его сторону, в мою сторону, ставить там дизлайки. Это все чисто мое мнение, которое подтверждено фактами. Человек совершенно не старается, ничего не делает для того, чтобы его видео выглядели красивее. Даже снимает видео он на Мобизен, где не может убрать водяной знак. Всем привет, друзья, с вами Четкая Кура, и сегодня мы будем играть в Goat Simulator впервые. Ну, я день назад начал играть, что я говорю. Ладно. Даже по этому отрывку видео мы можем понять, насколько у него отстойный контент. Я надеюсь, вы сделали свои выводы насчет этого ютубера. Опять же, я не прошу вас что-то про него плохое писать. Каждый ютубер по-своему хорош, даже он в чем-то хорош. Но я не увидел ничего у него хорошего. Просто вот не хочется его оскорбить. Просто говорю, что это вот на данный момент самый ужасный ютубер по чикенгану. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вы сделали свои выводы. Всем пока.